В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность 39-летнего жителя Красноярского края, который незаконно на Енисей добыл 17 сибирских осетров, особо ценного вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и охраняя его международными договорами Российской Федерации. Разделав и заморозив добычу, мужчина отправил ее в Дудинку. Один из родственников браконьера должен был перевезти коробки до места назначения, другой – получить незаконно выловленную рыбу. Однако оба опасались быть задержанными сотрудниками полиции или пограничниками, и поэтому оставили груз на теплоходе и ушли. Я сказал, что если подойдут пограничники, к коробкам не подходите, сразу уезжайте. Если подойдут милиция, чтобы он садился и уезжал. Один из членов команды обнаружил на борту 4 коробки, оставленные неизвестным пассажиром. По заключению экспертов-специалистов природоохранного ведомства, незаконным промыслом фигурант причинил природе ущерб в размере более 2 700 000 рублей. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.